Друзья, всем привет! Сегодня займемся продолжением сборки мотоцикла ЧАЗ. В общем, приехали болтики к нам, всякие гаечки, надо будет подгонять траверсы. В общем, длину болтов, всякую фигню. Короче, там мотоцикл ЧАЗ, он очень заморочливый, надо, короче, там в рулевую подшипники. Вот тут вот все это дело, короче, нормально делать. Зазорчики все вычищать, дабы работали замки, короче, работы за глаза. Но для начала нам нужно убрать, так как после тех работ у нас в мастерской срач, поэтому все это дело надо сначала свернуть, поразлаживать по своим местам, дабы все нормально было. Так, сверло к сверлам. Так, сверла у нас убираются на эту сторону. Это самый больше не люблю работать, когда бардак. Должно быть чисто и все и аккуратно. Это все подвигаем. Так, напильники. Оказывается, вот маленький напильник. Что я вижу тут еще? Грубо говоря, большой. Ну, пока напильников не вижу, напильники у нас идут к напильникам. Вот, ну, здесь есть крайний ящик, сюда вот их ложим на место. Штангель-циркуль, вот они у нас здесь висят. Один в хате, забыл, а не, вот еще один, тоже штангель. Сюда, на свое законное место. Вот, далее идем. Смотрим, смотрим, что у нас есть. Кусачки. Так, сейчас, наверное, сначала попротираю это все дело, дабы было нормально видно. И все было чистое. А то обычно оно засранное, а потом берешь и руки все грязные. Поэтому вначале так, слегонца надо протереть. Потом можно и убирать на место. Ключ на 10, ключ на 8, ключ еще какой-то, цена 9 ключ, да, ключ на 9, плоскогубцы, масло. Вроде бы протер. Сейчас будем все это дело развешивать по своим местам. Ключ на 9 у нас висит здесь. Эти вот ключи. А, на 10, скорее всего, тоже тут. На 8. Это все дело у нас висит на этой стороне. Так, сейчас мы поставим, положим. Так, плоскогубцы у нас сюда. Вот этот сюда, этот ключ на 8 с набора, надо его запихнуть сюда. Блин, ни хрена он не влазит, конечно. О, все, порядок, влез. Так, дальше. Вот отвертки, как обычно, они загаженные. Тоже протирать надо. Не помню, что они делали. Походу. Возможно, в выхлопных трубах там что-то отковыривали. Отколупывали. Это у нас ковырялочка была здесь. Отвертка плоская, нормальная. Тоже на той стороне. Поэтому тут ее место законное. Пускай там и будет. Так, очки у нас под наушниками. Они нам, в принципе, пока не нужны будут. Далее масло. Масло у нас до масла. Вот. Ну, вроде бы уже почище. Сейчас у нас, грубо говоря, электроинструмент. Надо скрутить все это дело. Вот так вот. Ручка тоже. У нас стоит
Тут у нас весь электроинструмент лежит. Ручку сюда. Так, и надо скрутить еще дрель. Дрель. Так, вначале ключом открутим щетку. А потом можно ее скрутить. Ключик сюда. Что у нас осталось? Остался войлочный круг с липучкой, щетка. Щетка туда. Войлочный круг у нас около полировочной машинки лежит. Тут, а здесь. Он, кстати, уже убитый. Надо будет поехать взять новый. Так, скотч Брайт. Куча масла. Тут тросик сюда. Не знаю, наверное, этот трос тоже надо будет скрутить. Конечно, убитый. Но его отдадим Ване, чтобы он меньше там возмущался. Все остальное. Сейчас мы закрутим. Так, вот это бабышка, трос. Еще одна такая вот штука, законцовочка. Балденчики. Кстати, еще надо на псеном немного подстроить сцепление. Я тогда не успел. Поэтому. Так. Вот эти все штуки у нас будут лежать. И жмаши. Далее. Надо протереть стол. Вот это от поршня, кстати, осталось. После установки. Горячий был поршень. Немного пропекло, так сказать. Так, это у нас болты новые, оська. Пускай пока тут. Тряпки тоже убираем. В принципе, на этой стороне у нас чисто. Остался еще трос спидометра старый. Тоже его скрутить. Он нам уже не пригодится. Тоже такая херня будет просто валяться. Это барахло, можно ее туда вкинуть. Тряпка на место. Будет валяться просто как барахло, да и все. Тут у нас тоже тряпка. Инструмент лежит. В принципе, можно не за большой промежуток времени нормально навести порядок в мастерской. Но зато потом будешь знать, где что лежит, и не придется бегать. Самое большее вот это не люблю. Да, блин. Бардак остается, а потом просто бегаешь, не знаешь, где что найти. Поршень. Так, ну, вроде бы тут чисто, порядок. Сейчас мы поставим продувочный пистолет. Вроде бы уже почище, приятно. Так. Тут у нас, в общем, куча болтов всяких. Сейчас мы их будем все слаживать. Как-то попробуем их все отсюда поубирать. То, блин, каждый день еду по эти гаечки, болтики, шайбочки. А по факту я не понимаю. Вроде бы, блин, покупаю на данный узел метизы. И потом они леваковые, какого-то фига остаются. Не знаю, что делать. Поэтому их надо послаживать в одну кучу. И потом, короче, буду их смотреть. Вот яву. Поставим
коробочку. Еще остались вот эти, их тут побольше. Это с чеза. Так, в общем, собрали вот эту вот коробку, поставим ближе к чезовским запчастям. Вот. Ну вот эта мелочь нам потребуется для сборки вилки. В общем, сейчас пыль протру на столе. И в принципе в гараже будет более-менее порядок. Потом приступим уже к сборке непосредственно самой вилки. Там, короче, процесс долгий. Придется подгонять все, так быстро не получится собрать. Но хорошо, что я все это дело уже перекрасил, перечистил. Вот оно уже покрашенное, вымытое. Останется только взять и, короче, это дело подогнать и собрать. Так. Катушки еще положу сюда. Втулочка сюда. Ну, поршень там осталось, короче, с пса. Что у нас? Сюда все, в общем, позакидываю с ПС, чтобы Ваня это все дело забрал. Это советские кольца. Поршень. А еще там есть этот, эта вот сумка для всего дела. И там еще есть тросик, по-моему, старый. Он мне нафиг не нужен. Пускай им играется. Все, вкидываем. И в целом у нас порядочек. Как-то так. И в следующей серии начнем уже сборку вилки. Всем пока.